Всем привет! Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки на монахи и на рыцари смерти. Надеемся на топовый лут, на какие-то проки и вообще на счастливую жизнь в этой игре. Начнем же. Специализация Хмелевар. И вскроем PvP сундучок. Касательно PvP, очень большие дела делались на этой неделе. Это ап! Чудно. Делались достаточно большие дела на этой неделе. Мы ходили РБГ, мы ходили 3 в 3. 3 в 3 мне чуть не особо понравилось. Из-за того, что мне приходится из танка спекаться в ДД, выполнять ДД-роль, просаживать хилов дамагеров и включать мозг при этом. А вот РБГ — эта тема весьма интереснее. Что я делаю танком? Я просто стою и дефаю базу. Притом делаю это успешно. Мне весьма по душе такой стиль игры. Так, а что касательно этих плечиков? Они дают ап, но что у них по талантам? Ну, в общем, я не знаю насчет этих плечей. Если честно, они как-то не особо меня радуют. Так, сундучок можно сдать. Смотрите, смотрите, сколько людей сразу прибегает. Окей. Вскрываем сундук. Пуха. Я хочу, чтобы упало пуха. Кольцо с хостой. Зачем? В целом непонятно. Ладно, быть может, я найду этому колечко применения. Но касательно плечей. Слишком сложно. Это ДПС-талант, это вообще талант, который отхилит меня на 7500, и то только при условии того, когда я буду юзать отвар. Короче, тупо ради итем-левела плечи дропнуты. Но они дропнуты со званием претендента, то есть даже хоть у меня и сбросился рейтинг 1600 до 1500 в 3 на 3, а на РБГ мы не набрали 1600. Ну, не доиграли немножко уже, все подустали. То есть даже при слитом рейтинге все равно засчитывается награда, как рейтинг этот был типа апнут. Весьма неплохо на самом деле. Окей, ну а теперь ДК. А сейчас на ДК упадет пушка, проверяйте. 100%. Ну, после такой бомбежки, тем более. Хотя, все это рандомно, если честно. Ну что, поехали. Специализация кровь, верно? Кровь. Что это такое? О, это наручи. Ну, это полезный наруч, конечно. Девятый от Алдазар дали. Окей. Модификаторы текущей недели — разъяренный, некротический и тиранический. Все, что стоит знать, конкретно играя за танка, так это то, что к разъяренному модификатору намного лучше выйти без каких-либо стаков некротика. Ну, а конкретно сам модификатор разъяренный могут снять друиды, либо охотники, какими-либо усмиряющими выстрелами и тому подобным. Умиротворением. Это название коста у друидов. Так, а на конкретно монаха какой ключик мне упал? Там 10-й должен быть. Не обновилось? Окей. Вот. Так что какая-то такая неделя, скорее всего, да, будем фармить ключики, потому что при тираническом фарм идет как-то попроще и на самом деле поинтереснее.
Также, я думаю, особо внимательные люди, посещающие стримы, смотрящие видосики на YouTube, могли увидеть донат Колосу с относительно небольшой суммой. Да, лечу на Игромир. Доброе утро, москвичи. Что ж, ключик мне не дали, но в любом случае, пройдя Мифик плюс подземелье по какому-либо чужому ключику, я залутаю 10-й, так как по результатам прошлой недели я прошел 11-й. Всех вам благ, счастья, здоровья. Лутайте топовые вещи, которые будут вам полезны по статам. Берегите ноги. До скорого.